Спортивное воспитание должно начинаться с детского сада. Уже в возрасте 3-6 лет можно закладывать модель здорового образа жизни и формировать физическую культуру. Для этого в Иванове разработали программу «Маугли», которая поможет малышам развить свою силу, ловкость и гибкость. Программа разработана с учетом всех физиологий ребенка, позволяющие их развиваться. Сама программа позволяет ребенку очень быстро освоиться в ней. Она происходит в игровой форме, что для ребенка это интересно. Преподаватель, инструктор, который с ним занимается, он постоянно контактирует. Группы маленькие, это тоже позволяет практически индивидуально с ним работать. На спортивную площадку в московском микрорайоне пригласили ребят из нескольких детских садов. Всего более 60 малышей. В основе комплекса тренировок акробатические, гимнастические и силовые упражнения. Эта программа нужна для того, чтобы вырастить здоровое поколение, то есть начинать с детьми заниматься с самого маленького возраста, когда у ребенка закладываются все самые основные навыки и прививается культура развития спортом, здорового образа жизни, и чтобы в дальнейшем ребенок выбрал правильный путь по жизни. Промежуточным итогом физкультурно-оздоровительной программы станет финал спартакиады «Маугли Чемпион» в день города 25 мая. Зрителей приглашают в детский парк на Комсомольской в 10 утра. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.